Их расстреляли на рассвете, когда вокруг белела мгла. Там были женщины и дети. И эта девочка была. Сперва велели всем раздеться, потом ко рву всем стать спиной. Но вдруг раздался голос детский, наивный, тихий и живой. «Чулочки тоже снять мне, дядя!» Не упрекая, не грозя, смотрели, словно в душу, глядя трехлетней девочки глаза. «Чулочки тоже!» Но смятеньем на миг эсэсовец объят. Рука сама собой в мгновенье вдруг опускает автомат. Он словно скован взглядом синим. Проснулась в ужасе душа. Нет, он застрелить ее не сможет. Но дал он очередь спеша. Упала девочка в чулочках. Снять не успела, не смогла. Солдат, солдат, что если б дочка твоя вот так же здесь легла? И это маленькое сердце пробито пулею твоей. Ты человек, не просто немец, но ты же зверь среди людей. Шагал эсэсовец угрюмо, к заре не поднимая глаз. Впервые, может, эта дума в мозгу отравленном зажглась. И всюду взгляд светился синий, и всюду слышалось опять. И не забудется поныне. «Чулочки, дядя, тоже снять?»